Какая у тебя мечта самая большая? Стать пожарником. Почему именно им? Потому что они людей спасают. То есть ты хочешь спасать людей? Да. А семью хотел. Хочу хорошей матерью быть. Ничего не важно, важно, что здесь, здесь. Скажи, Анжелика, что для тебя счастье? Счастье? Счастье. Сейчас скажу. Давай, подумай. Счастье для меня, что я здесь сейчас. То есть тебе здесь нравится очень, да? У тебя здесь друзья есть? Много. А семья какая? Семья большая. Детей много? Нет. Сколько? Один. Один ребенок? Девочка, мальчик? Девочка. Девочка, хорошо воспитаешь. Да. Будет красиво. Да.